Начал выпуск с данных по ситуации с коронавирусом. Так, по информации регионального оперативного штаба, в Дагестане за сутки 155 новых случаев заражения COVID-19. Теперь в регионе без малого 63 700 заболевших. К сожалению, 10 пациентов не удалось спасти от коварного вируса. За день на 111 увеличилось число тех, кому удалось победить болезнь. Все больше в Дагестане людей, которые понимают все плюсы вакцинации, уже сделали прививку. Таких на сегодняшний день 715 113. Региональный Минздрав призывает население соблюдать все санитарные меры и, конечно, делать прививку от коронавируса.